«Свеча памяти». Акция для всей страны. По давно сложившейся традиции, в День памяти и скорби на Скорбящинском мемориальном комплексе к вечному огню возлагают цветы и зажигают свечи. В память о тех, кто не вернулся с войны, с фронтов Великой Отечественной. Десятки миллионов свечей зажигаются в эти минуты по всему миру. Это свечи памяти. Они загораются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 294 рязанца стали героями Советского Союза. 43 стали полными кавалерами Ордена Славы, награжденными другими орденами и медалями «Несчесть». Никогда не утихнет боль потерь и никогда не померкнет бессмертная слава героев. Вечная слава каждому из тех, кто сражался за великую победу, кто ковал победу в тылу. Ковал, чтобы мы, чтобы их семьи, чтобы их потомки жили в мире без фашизма, в свободной и независимой стране. Из свечей на Скорбящинском мемориале выложили надпись «Я помню». Объявлена минута молчания. Ранним утром, а на часах 5:00 вспомнить тех, кто защищал нашу родину, пришли ветераны Великой Отечественной. Активисты молодежных организаций, волонтеры и просто неравнодушные рязанцы. У свечи памяти уже солидная 14-летняя история. И сегодня никому не нужно специально подбирать слова. 22 июня – скорбный, траурный день. Мы потеряли своих друзей, товарищей, отцов. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны в стране. Их мало осталось в нашем городе. 111 человек. Но память о их подвиге останется всегда в наших сердцах. Свеча памяти, впрочем, уже вышла за границы нашей страны. Символический огонь в это время зажигают люди по всему миру, как знак общей планетарной скорби. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».